Здравствуйте, сударь и сударыня. Сегодняшнее исполнение стихотворения Евгения Александровича я адресую всем русским людям, живущим на чужбине. Нас не спасает крест одиночеств, дух ни свободы не победим. Георгий Викторович Адамович, а вы свободны, когда один? Мы, двое русских, о чем попало, болтали с вами в кафе «Куполь». Но в петербуржце вдруг проступала боль крепостная, такая боль. И, может, в этом свобода наша, что мы в неволе, как ни грусти, и нас не минет любая чаша, пусть чаша с ядом в руке Руси. Георгий Викторович Адамович, мы уродились в такой стране, где тягу к бегству не остановишь, но приползаем хотя б во сне. С ней не расстаться, не развязаться, будь она проклята, по ней тоска вцепилась, будто репей рязанский в сукно парижского пиджака. Нас раскидало, как в море льдины, расколошматило, но не разбив. Культура русская всегда едина и лишь испытывается на разрыв. Хоть скройся в Мекку, хоть прыгни в Лету, в кишках Россия не выдрать шиш, ни возвращенства в Россию нету, из сердца собственного не сбежишь. Всем спасибо.